Школа. Анечка, Люся. Почему? Пойдем, Люся. Я не умею говорить. Сейчас сделаю. И не волнуюсь. Иди, Катя. Папа. Не надо. Да, особенно мама. Дотя. Родион, чудесно выглядишь. Люсюня с двумя... А кому ты два букета? Один для Ирины Сергеевны, а другой для Нелли Васильевны. А, Анечка, а ты кому? Вот, Нелли Николаевне, Ирине Валерьевне. А, да. Любовь такая у вас, да, до учителей? Вот это первая неделя. А потом, я говорю, первую неделю, потом скажу, блин, много задают уроков. О, та ебуха, то что ты? Понюхай. Радюха, подари мне. Аккуратненько. Скажи, дарю. А тебе я два букета. Одного хватит. И Вуся. Ну, не вредненький. Вот так от наши деточки. Каникулы закончились. Уже идут в школу. Я сейчас ты упадешь. Огонь. Родион Николаевич, обуваемся. Давай. Опа. Скорее. Ой, да папа, блин. Сиди, Богдана, сфотографировал? А теперь идем. Главный ученик тут уже засиделся нафиг. Там кипиш. Кипиш, да. Одна мама то не успевает, вторая то не успевает. Там все оделись. Ну да. Да. Чего они тогда там стоят? Ну мама, тут твоя прическу никак. Косичку заплела, пошла. Или вот так вот этим. Ну, на голове это как? Гулька. Гулька резинкой бы, да? Да, да. Иди с Богом уже, Господи, сколько ж ты будешь кровь пить с меня. Мы уже 52 минуты, они никак не собираются. Да не говори. Я уже на 7 минут опоздал. Вот уж. Ничего. Я цветы подарю, на меня простит. А кто классный? Марья Васильевна. А, Марья Васильевна мы. Да. Букет, да. А, сыночек, 10 класс уже идет. Уже взрослый. Да. Да ты как каникулы будешь, наверное, в этой женисто и хорош. Да? Нашу. Женилка ж. До колен доставил? Чуть-чуть. Как ты там говорил? Вот так вот в руки, да, и чтоб это оставался как свисток, да? Да, как... милицейский. Ну ладненько. Пока-пока. На ютубе ждем Сергей Котляров.